Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Сегодня солим икру. Это у меня горбуша. Пошла я, значит, на рынок прикупить себе горбушу, но хотела девочку. Мне говорят, где девочек взять? С девочками напряженка. Расстроилась и ушла. Пошла в другой бутик и попросила девочку. Мне сказали, да без проблем, сколько хочешь. Знаете, как девочки отличаются? Во-первых, у них тупые носы. Специально я не стала голову выкидывать, видите? У мальчиков немножко вытянутая вот эта челюсть. И по окраске мальчик, он намного наряднее девочки. Девочка, она блеклая, облезлая, некрасивая. И что я хочу сказать? Не обманули. Посмотрите, как много у нас икры. Посмотрите. Ой, прям прелесть. У меня прям праздник. А теперь рецепт, как солю я. Берем емкость. Я взяла пол-литра воды. Горячий, можно сказать, даже кипяток. Беру 1 столовую ложку соли. Соль должна быть каменная или морская. Размешаем. И нам понадобится или вилка, или венчик. Чем удобно, что у вас есть в наличии. И теперь я выкладываю икру в эту горячую воду, прям в пленке. И болтаем. Во-первых, вода у нас горячая. Сейчас пленка у нас свернется. И когда мы будем болтать, с икринками с нашими ничего не случится, они не лопнут. Вот так быстро болтаем, болтаем. И вот смотрите, когда вы болтаете, ваши икринки, они выскакивают. И они целые остаются. И пока, кстати, вы мешаете, ваша икра просаливается. Ей немножко надо времени. Я взяла венчик и посмотрите. Вот она, наша пленка. Она у нас наматывается на венчик. Нам остается только вот эти, какие прилипли все-таки икринки, их отделить. Ну, тут буквально там 2-3 штуки попадаются. А вот теперь смотрите результат. Вот она, наша икра. Вот эти пленочки убираем. Минутки 3 мешаем. Пару минут оставляем так. А теперь нам надо сито или дуршлаг. И процеживаем. Теперь даем стечь. Вот что у нас получилось. Вот эти вот пленочки мы с вами вытаскиваем. Нужно слегка вот так потрясти. И еще появляется пленка. Если у вас такие же толстые пальцы, как у меня, ну возьмите пинцет, будет им удобней. Пробуем на вкус. Если вам покажется, что она соленовата, промойте водой. Берем сухую чистую баночку. Выкладываем икру, добавляю чайную ложку растительного масла, можно оливкового, какого хотите. Если предстоит долгое хранение, то вы можете прям буквально несколько капелек капнуть уксуса. Но мне как-то с уксусом не нравится, хотя его не ощущается. Как правило, у нас нет большого количества икры, мы готовим себе. И буквально за 2-3 дня мы это точно съедим. А еще есть такой секрет, кто занимается продажей икрой или в ресторанах, допустим, как увеличить вес. Нужно добавить немножко минеральной воды и все перемешать. Икра свои качества не теряет, а объем, вес увеличивается. Только вы про это никому не говорите. На этом все. С вами была Валентина. Пока-пока. Пишите свои комментарии, рецепты, будем готовить. И также напишите, как вы готовите икру. Времени у меня ушло буквально 5 минут. Попадется икра. Не кладите в морозилку, не жарьте, посолите. Пока-пока.